И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Conan Exiles, и сегодня мы продолжим то, чем я хотел заняться в прошлой серии, а именно выращивать коня матерого, боевого, ну, в общем, какого получится, точнее, кто из него вырастет, скажем так. Как видите, я немножечко переехал, и не просто переехал, если вот так залезть повыше, то вы здесь уже увидите разметку моего дома. Честно, я думал, будет он побольше, но он стал таким, как он есть. Если что, у него получается будет три входа, то есть вот эти вот тройные это входы идут, вот там, там и там. Ну, а это старая площадка, все равно мне эту всю площадку выравнивать, я думаю, а смысл ее уничтожать, скажем так. Здесь у меня лучники-охранники стоят, у одного костяные стрелы, у другого кременные, бляха-муха. В общем, разделил стрелы, так как теперь их есть куда раскидывать, очень даже хорошо. Здесь установил фундаменты, очень хорошо так получилось. И установил ловушки. Четыре ловушки у меня идут на обычных насекомых. Не туда. Вот, то есть вот обычных насекомых. И здесь у меня на жирных личинках по одной ловушке. А здесь также корболовки. Ловушка для моллюсок. Для моллюсков. Короче, корболовки. Назовем все-таки так. Вот. И здесь также жирненькие. Ну, в общем... Скажем так, если фловить на вот них шанс жирных меньше, если что, у нас получается вот так вот, то есть старшинство, скажем так. На них же ты ловишь всегда только крупные, но и, соответственно, мелкие вообще не ловятся. Здесь же вот так, и сказал мелкие не ловятся, и вот она, и мелкая ловится. Что-то какая-то шляпа с этими насекомыми. Но, благо, эти насекомые добываются, можно так сказать, из ничего. Пока что я так считаю. Вот, в общем, делается компост. Жирные личинки здесь тусуют. И пускай дальше тусуют. В общем, создается компост из костной муки, протухшего мяса и растительности. Все, в общем-то, вполне неплохо. Здесь жарятся кирпичи. Я что-то забыл их закинуть сюда, и как бы, ну пускай будет. Здесь у меня куча вот этих кашиц, потому что я забыл, естественно, вытащить их из инвентаря. Кстати, кожевника, чтобы пройти вот это, я приручил кожевника. Вот, и как бы, ну почему бы нет, все равно нужен. Пускай хоть и второй левел, но все равно. То есть здесь это все делаться будет быстрее. Быстрее примерно вот так вот, то есть, ну, вполне так неплохо. Рецепт не удешевился, хотя может он удешевится, когда там, допустим, какого-нибудь легендарного сюда поставить, все возможно. Так, а что мне там дало то вот это вот сфера пурпурного лотоса, и где эта награда? Что-то я этого не понял. Где награда-то? Вот скоты. Награду зажопили. Ну, я-то не вижу. Ну, хотбара нету. Здесь пусто. Скоты. Да и пофигу, как там. В общем, сейчас нужно разместить загон с питомцами. Кстати, вы бы знали, сколько я раз, вот чтобы вот это все построить, сколько раз я бегал за камнем. Фу, сколько раз мне придется бегать за камнем. У меня пару раз кирка ломалась, я ее полностью чинил. И, в общем, веселье еще то редкостное. Отдай. Мне нужнее. Но не факт. Что нужно нам на загон? Так, на загон... Спутники. Малый загон для питомцев. Пока что делаем малый загон. Вот 75 как раз. Дерево и бечевка. Отлично. Дерево берем. Бечевка у меня не здесь, вот здесь. Пока еще привыкаю. Кстати, да, шатер сломал. С него получил шелк и еще что-то. То есть, как бы, почему бы нет? Мне он все равно нафиг не нужен.
А так, это... А так хоть что там. Так, малый загон. Его можно хоть куда ставить. Это очень удобно. Так что пока что поставим его вот так. Да. Уж, конечно же, ты у меня встал, конечно, ты у меня красиво. Ну, блин, ну не видно. Не видно, как бы, вот эту вот полупрозрачную текстуру. Давай вот так вот встанешь, чтобы лицом сюда. Отлично. Что нужно дальше? Дальше берем детеныша животного. Отлично. Детеныша жеребца даже. Тут именно... А, нет, тут помочь детеныша животного. То есть, неважно. Вырастить животное, разместить питомца, накормить питомца. А! Так. А, ну да, здесь любого детеныша можно вырастить. А что я думал, что... А, ну, неважно, как бы. Все равно, в любом случае, лучше всего вот так вот. О, а здесь типа уже улучшенный этот. А здесь... А, вот он, наездник. Откройте... Так, погоди. Да бляха-муха, ты вот это мне открой. Вот это вот отмена. А коня разве не? Сейчас, секунду. Надо конюшни. И думаешь, что это же какая-то подстава явно была? Конюшня, значится, да? Хорошо. Жеребенок. Тусуй обратно. Мы тогда здесь... О, кстати. Носорог. Здесь, вот, если не ошибаюсь, вот здесь, в саванне, находятся носороги. Мы сейчас туда изгоняем. И сделаем какого-нибудь вот из этого носорога. Чистокровно-серый носорог. Серый носорог-убийца. Матерый носорог. И дикий серый носорог. Не, ну чистокровно-серый носорог, конечно, выглядит помассивнее. Звучит вот это вот все. Просоленный корм. Просоленный... Фураж для матерого носорога. Хм. А вот так звучит, как будто бы это какой-то типа лучше, потому что вот для него что-то свое. Бляха-муха, надо почитать. Но для начала сейчас гоняем дальше за носорогом. Не, ну если выращивать детеныша, то я думаю, таких, которые, ну, как-то помогут. Если не ошибаюсь, носорог, он может что-то на себе носить. Такое прям... Такое прям носить. Так, значит, что, берем свои пожитки. Свои пожитки. Вот это вот пожитки мы убираем. Они мне сейчас точно ни к чему. Камешек тоже убираем. Пускай лежит, пригодится там. Ягоды с кого-то выбил. А, ну это было в прошлой серии, так что нормально. И каменная пика. Где у меня всякие инструменты шкрила? Вот, пускай будет так. Так, еда, вода. Бурдюк. Бурдюк-дюк. Бурдюк. Ну, хотя чего, пускай. Хотя вес занимает, конечно, но пускай. Хотя не, на, лучше скинем, чтобы веса поменьше занимал. Строительный молот мне точно не нужен. Так что вперед, кстати, вообще он что-нибудь весит. А, да он нифига не весит. Ну все, погнали. Никого с собой брать не буду, естественно. Я это вообще не люблю, честно. Мне это чуждо. И сейчас мое путешествие вот сюда, до саванны. Там находятся, если не ошибаюсь, львы. Там находятся дети псов пустыни. Победите Дарфари.
Добудьте сокровища. О, господи, используйте эмблем. Создайте голема. Опять создайте голема. Вот это вот прям они любят голема создавать. И, кстати, здесь всякая фигня, если уж на то пошло. Ну, вот всякие статуэтки. Ну, то есть тоже как бы, вот нафига мне вот этот боеприпас для требушета, ну, честно, говно. Кстати, я посмотрел, вроде бы как дают тебе 1200, ну, то есть 10 раз по 120, если ты проходишь весь боевой пропуск. То есть ты покупаешь боевой пропуск, тебе, ну, то есть боевой пропуск вот покупаешь за 1200, и типа тебе за весь боевой пропуск дают, то есть ты должен обязательно хоть раз вкинуться туда, и потом тебе дают типа вот это вот и все. Да, здесь надо будет спуск делать. Дают монеты. То есть, если ты проходишь весь боевой пропуск, тебе дают монеты на него. Во-первых, непонятно. Я не понял, так. Вот до какого времени вот это вот будет? Это во-первых. Во-вторых. Типа непонятно этот. Как это работает? То есть я потом зайду на какой-нибудь сервер, мне опять этот топор дадут? Или как? То есть, или это только на один сервер? То есть я вот сейчас получил это на локалке, и все, и типа лосось не тунца. Если ты захочешь потом играть на сервер, у тебя этого уже не будет. Так это работает или как? Ну вот это-то, собственно, и непонятно. То есть если это чисто под один сервер, ну это шляпа. Это шляпа полная. Ну а мы сейчас бежим. Да, кстати, я могу вот этих детенышей взять, но зачем они мне? Я, кстати, не очень-то они мне нравятся, именно как питомцы, то есть они... Они простые, назовем это так, то есть ты их встречаешь на первоначальной локации, и для тебя они всегда идут простыми. А вот какой-то носорог, вот это вот и все, звучит уже так прям внушительно, скажем так. Помните пещера с пауками? А их тут, походу, дело две. Так, один сейчас сдохнет. Это хорошо. Но я переключение на жопу нахожу даже в чисто поле. Потом левел получил, кстати. А сколько я за них экспы-то получаю? Открыто новое путешествие. Колдун. Эй. А, ну 5000, слушай, так-то неплохо. Так, слышь. Куда покатились? Алло. А хитин кто мне отдаст? Кстати, я не помню, для чего нужен хитин. Но это не означает, что он должен скатиться просто так и исчезнуть. Обнаглели. Кстати, есть, слышите, детишек? Ну, сорян. У меня окно открыто. Я тут готов сдохнуть. Что-то сегодня у нас духота, дух... Ни одного ветерочка нету. Вообще просто, даже малейшего. Кстати, заметил такую фигню. Типа, вот прокачал, да? Прокачал вот это. Я не могу их дальше прокачать, пока остальные не прокачаю. Но это же не из-за моды явно. Но это чутка тупость. Ну, кстати, давай. Зато вес прибавится немножко. Мне сейчас вес как раз пригодится. Кстати. Ну да, он 2 очка потратил. А, во, кстати, что я хотел проверить. Я прокачал проворство на 10. Вот это проканает или нет? Но здесь мне нужно вложить 10 очков проворства. Ну-ка. Оп. Да, это сработало. То есть в целом нужно просто вкинуть, и все будет хорошо. Ладно, возвращаемся обратно. Ну и погнали дальше. Немножечко здесь хитина полутал. Бесит, конечно, то, что они со скалы скатываются и катятся вниз, и катятся, и катятся, и катятся. Просто на упреждение приходится их лутать. Да, лутать на упреждение, не бить на упреждение, а лутать. Вот это ты тупость. А вы там нафиг идите. Чё-то мне не нравится звуки стрел, если честно. Значит, мне не показалось. Хо-хо-хо-хо, да тут поселение целое. О, а тут труп у нас целый. Оп, оп. Вс,
Все. Я залутал свое и ушел. Слушайте, ну реально здесь что-то это. С последнего моего выживания стало все как-то это. Как-то жестче. Страшнее. И кровожаднее. Так, вот там за скалой у нас пиратский корабль, типа корабль. А вот здесь у нас саванна. Господи, как же далеко бежать, а? И как же тут страшно везде. Ужас! О, не разбился. Прикол. Ну, кстати, эти вот не такие страшные. Эти слабее, чем те, на которых я нарывался там в прошлый раз. Камнероги. И это, во-первых. А во-вторых, они это... А, у меня оружие теперь получше. Тоже неплохо. Просто здесь пришел металл, уголь. Надо, думаю, все это дело подлутать, потому что вариантов немного. Пока есть возможность, мимо пробегаю, лучше подлутать. Да ебрст. Очередной трупешник. Что-то процентов по 5 примерно дает в 20 левле. Твою мать, перевес. Так, вот этот камень выкидываем нафиг. Он мне точно не нужен будет. Ой-ой-ой-ой-ой. Какое же веселье. Ну ладно, пока все остальное можно оставить. Вот тот корабль, про который я говорил. То есть он сделан, типа, скала, сделан в виде корабля. Ой, иди в жопу, у меня уже скоро кинжалы сломаются. Мне еще надо как-то куда-то, зачем-то дойти. Здесь вот у нас якорь. Все как положено. Вот, черный галеон, вот. Точно, как он называется. Здесь можно встретить этих именных. Здесь вроде бы еще какие-то то ли записки, то ли что есть. А вот она, сундучок, что ли, тут. Угу. Твою мать, а? А ты мог как-нибудь отогреться уже? Скотина бесячая. А, выносливость же точно, логично. Но, походу, дело придется его вальнуть. Слушай, восстановление здоровья, это, конечно, кайф. Ты посмотри. Например, по единичке в секунду тикает. Это прям... Вот это прям кайф. О, вот так она открывается. О, стальной копье. Не, ну это добрый вечер. Я не против. Офигеть. Так, это у нас пика. 21. Да. Это у нас типа железное, либо стальное копье. Ну, точнее пика. Короче, вот это можно выкидывать. Это у нас вес. Короче, это мы выкидываем. Кайф. Вот, это неплохо. Кстати, я же могу отремонтировать, благодаря тому, что у меня появилось железо. Тоже прям вовремя. Стальной колун. Вообще огонь. Это прям... Прям добрый вечер. Так, ладно, давай лучше все-таки возьмем тебя. Это прям... Это прям оно. Это прям оно, то, что мне нужно. Да... Ты посмотри. Вот это я понимаю штука. Отлично. Не зря сгонял сюда. Прям ой, не зря. Понятное дело, что это рандомный лут. И не факт, что он потом заспавнится. На обратном пути надо будет сгонять. Залезть, посмотреть. А вдруг заспавнится еще. Ну, конечно, это уже совсем борзость будет с моей стороны. Ну, а вдруг? Ну, а вдруг? Не, вас тут что-то много. Тикать надо отсюда. На уж. Ночь на дворе. Но я дошел до саванны. Мы уже и сразу же я увидел то ли слона, то ли носорога. Левелапнул себя. Вкачал силы. Да, слоняра. Вкачал силы для того, чтобы... О, добрый вечер, Махач. Вот, вкачал для того, чтобы веса прибавить, много чего повыкидывал.
Шмотку не хочу выкидывать. Я хочу на одного из лучников надеть ее. Все-таки бронька-то будет получше, чем то, что я могу им предложить на данный момент. Так, водичку попить. Отлично. Веса. С весом, конечно, проблема. Дееныша подберу, он плюс полтос прибавит. И в этом-то основная проблема. Ноги в минус сразу же, но... Но зато есть шкура. Так, давай без этого. Я говорю, давай без этого. Да хорош. Не-не-не-не-не, давай, братан, без этого. Ну, повеселились и хватит. Ну ладно, давай. Сколько в тебе хп? Да дофига, если уж на то пошло. И радиус твоих ударов большой. А еще попробуй по тебе попади, называется. Ах ты ж все-таки ударил. Да ёпараса ты, в ногах твоих запутался. Жирный. Есть время. Отлично. Так. Прям под радиус его удара все равно был. Давай без этого. Вот ты читораст, а? Ты посмотри на него. Взял на скалу, забрался. Ну что ты за создание такое? Тихо, тихо, тихо. Ладно. Давай попробуем такими ножами. Ах ты ж! Нифига себе, не думал, что у тебя такой радиус. Ну ты читер, короче, я тебе так скажу. Ага. Оу! Вот это да. Тихо, тихо, тихо. Да! Скотина. С корняком. Слоновья шкура, экзотическая дичь. Толстая шкура. Да не так-то уж и много всего залутал. Шкура пантера была. Да ты серьезно? Не, я понимаю, что я слутал с тигра шкуру пантеры, и тебя это обидело. Ну, ну извини. Это не я виноват в этом. Заспавнился уже. Ну слушай, смотри, уже какие дал экспы. А 6000 дают экспу. Неплохо. Фу, я вообще сюда за другим пришел. А если не ошибаюсь, носороги в том районе находятся. Если я ошибаюсь, полезу на Вики. На Вики. Тут уже ничего не поделаешь. Так. Ой, сколько же ж всего нужного, ненужного. Так, ну одну дебин точно придется выкидывать. Кости обязательно выкину. Это бессмысленно выкидывать. Вот и зачем я с тобой воевал. Вот с... Ну, экспа, ладно, экспа, 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 допустим, экспа. Допустим, я добывал экспу к себе, и поэтому, поэтому я вот, вот это вот и все дам. Нет, железный колун я точно не выкину. Так, ну ладно, погнали по низу, пофигу. Почему по низу? Ну, потому что я так хочу. Вот это у вас тут движуха, я вам так скажу. Там львы, там кода, там слоны. Что, носорогов не хватает, чтобы здесь вообще вот это вот они бегали и топтали все и все. Кстати, точно.
Ой, добрый вечер, кисо. Дурная кисо, иди в жопу. Ты мне нафиг не нужна. Я вспомнил, что здесь есть ящик. Ключ. Ключ вроде бы находится у кого-то вот там на скале. Вот вроде где-то кто-то сидит, короче. Вот у него находится ключ. Если не ошибаюсь, то это... А-а-а-а-а. Это так работает. Но это не точно. Не, ну это, короче, ты зря подумал. Я тебя, Шархан недоделанный, порешаю, скотина. Давай, ну лучше на всякий случай. А нафига я тебя разделываю? Туплю, туплю, что поделаешь? Так, вообще вот это тоже надо скинуть. Че у меня по весу? По весу у меня 30. 30 это мало. Я говорю, там детеныш хватаю, сразу же вес в полтос и прибавляется, и все. Добрый вечер. Я не знаю, что делать. Так, вот давай, вот это вот тоже можем сюда скинуть. Вот насекомых можно выкинуть. Дубину все равно одну оставлю. Мясцо. Бляха, муха, в жопу это хитин. Не так-то уж его и много. Зато вес просто 30 сразу же. Скотина. Кстати, надо посмотреть, вообще экспо получается разделывание? Вроде бы нет. О, вон они, носороги. Фу! Я не тупой. Я помню, что они здесь. Отлично, осталось только дело за малым. Во-первых, выжить. Это главное. Во-вторых, золото детеныша есть, он здесь вообще есть. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот детеныш слоненка вижу. Но он мне ни к чему. Слышал, что я сказал? Мне детеныш слоненка ни к чему. А вот... Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер. Детеныш носорога. Пам-пара-пара-папам. Сказал же, полтос веса сразу будет накидываться. Все детеныши весь полтос веса. Не-не-не-не-не. Вот смотри, бежишь, 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 бежишь. Вот тебе оно это надо? А кинжалы доставать кто будет? Нифига уж! Вот это у него шкура. Не подайте кинжалы. Кровотечение спасает только. Вот тебе оно надо было! Вот теперь можно лутаться по максимуму. Блин, раньше бы увидел, что хитин у меня тут столько весит. Я бы его давно выкинул. Что-то я не подумал, что он так дофига весит. Вот, детеныш сырога, вес 50. Испортится через сутки. Но суток, конечно же, не пройдет. Мы сейчас добежим до базы. Веса перебор. Слушай. Ну, металл мне явно нужнее, чем... Чем шкура. Так что добываем металл, скидываем шкуру. Что еще можно скинуть? Вот это-то, пожалуй, бы оставить. Косточки тоже при... О, камешек. Это серьезно? Еще не все? Ну ты, блин, даешь. Даже не знаешь, что выкинуть. Выкидываешь всякий хлам, а он и ничего не весит. А факел пригодится еще в пути. Ужас. Да? Все еще мало. Кстати, еда.
Вода. Все еще нет. Да, все повыкидывал, даже немножко угля повыкидывал. Ну, хотя из нужного только спальник, пожалуй. Ладно, металл, потому что все равно штука нужная, штука важная. И рядом с домом его нету в этот раз. Так что без вариантов нужно лутать. Вот, давай посмотрим, что... Погоди. Твою мать, он сейчас ночь успел. Я хотел сделать спальник. Если я ж откисну, я сейчас же буду бежать там за 3-9 земель. Я тупой. Вместо того, чтобы его выкинуть, я мог его здесь положить, чисто на всякий случай. Ладно, тогда рисковать не будем. И погнали уже до дома. Надеюсь, без приключений. Руины Аль-Маид. Или как там было написано? Но я нашел руины. Просто у меня попадалось по испытаниям посетить руины. Именно вот эти вот. Теперь знаю, где они находятся. Прикольно. Ну, выглядят как руины. Я вообще сначала думал, здесь типа всякие люди суются. Ну, как обычно, лагерь вот это, да, их не... Ну, нет. Подходишь, чисто вот руины, все дела. Интересно, есть какой-нибудь ящичек? Что-нибудь? Пожалуйста. Ничего. Ну и жлобы. Да-да-да, перегруз, всякой фигни пролутал. Зато спальники есть, которые я заюзать не могу. Это скинуть надо. Что-то еще налутал. Вот такую фигню нашел. Да, здесь я скверно набираю. Но зато... Так, во-первых, записка. Дневник, сами видите. И если вот это вот связываем с обелиском, то потом можно будет сюда телепортироваться. Если здесь на базе построить специальное сооружение. Вот, его мы потом построим. А, то, что у меня оружие в руках. О! И у меня теперь вот это появилась эмоция. Кстати, да, в городе надо будет город обязательно посетить. Город посетить вот этот. Здесь очень много эмоций будет. И туда, как вариант, все-таки пойдем за этими. Да, там вроде бы босс тусуется. Ну, сами видите, дракоша. За именными туда вроде бы пойдем. Ну, а я все бегу, бегу и бегу до дома. Здесь у нас... Точно! Здесь у нас Митровский этот находится. Вот здесь находится. Кстати, вообще недалеко тусил. Находится... Воу-воу, добрый вечер. Боец третьего левла. Ну, у тебя здоровье-то не очень. Для бойца... Да, может, и урон-то у тебя и нормас. Но вот для бойца третьего левла ты как-то не очень. Так, древесину выкидываем. Говорю, выкидываем. Тесное дерево. Тесное дерево штука хорошая. Камень выкидываем. Тут и хор залутал. Чуть-чуть. Самая малость чуть-чуть. Алкоголь. На вкус как смерть, но убьет знатно. Это если нужно согреться. Это мы тоже выкидываем. Отлично. Почему я говорю отлично? Здесь вроде бы жрец должен быть. Жрец Митры. Вот как-то так. Дневник жреца. Не знаю, получится у меня изучить молитву или нет.
я смотрю, у меня здесь ничего нового не появилось, да? Да. Но, возможно, здесь этой эмоции и нету. Ну, в любом случае, жрец Митры мне пригодится. Че я? Зря брал с собой инструменты. Погнали. Тем более, что до дома здесь, как говорится, три солдатские песни. Есть такая поговорка. Через пауков прорваться, да, будем? Ну, чувак, ты, главное, не просыпайся. Да, ну, короче, этот жрец не дошел до дома. Порвался у меня. А веревка порвалась. И, соответственно, ну, чисто физически не смог дойти до дома. Ну, бывает и такое. Ну, соответственно, меня завалили и... И он, как обычно, в текстуру провалился. Ну вот, с этим уже ничего не поделаешь. Он где-то вот здесь лежит. Самое что смешное, когда он очухается, он встанет. И что еще смешнее, я могу его даже убить, если я буду сейчас бить его здесь по воздуху. То есть именно по земле. Это так и работает. Звучит, конечно, тупо, но это так и работает. Немножечко подочистить инвентарь. Так, вообще я хотел вот эти хилки сюда поставить. Опача, зацепил его. Клацал просто по воздуху. Ну, помнишь же примерно, где он находится? Вот, видите? Я в него спотыкаюсь. А он по факту там, ну, багуется. Это все дело. Но у меня сейчас перевес ядреный. А мне пофигу. Жмем автоходьбу. И когда-нибудь он дойдет до дома. Мой дом вот примерно там. Хотя нет, надо ускорение все-таки жать. Задолбаюсь я так идти. Самое главное, что сейчас хотя бы этих нету. Воинов и все в таком духе здесь. И мне главное, чтобы он отцепился от камня и за мной стал топать. А то что-то я смотрю, у меня веревка-то все еще ломается. А это как-то все еще растянутый. О, пузыри под водой. Интересно, это что такое? Да, боюсь, до дома не дойду, веревка сломается. Порвется. Веревка почти порвалась на атомы. Но я все-таки дотащил до дома. Ой. Да. Так все-таки гонять быстрее. Так-то. Хоп. Ой. Ну, что поделаешь. Вот приспичило мне, чтобы я... Давай, вот так вот сделаем. Уберем сразу же перевес. Приспичило мне, чтобы у меня вот было вот так вот. Ну, что еще поделаешь. Вот. Зато теперь могу спокойно сказать, что... Я сделал все, что хотел. Скажем так. Вот сейчас только осталось... Да, я там сломал фундамент. Чтобы пройти по прямой. А то кругаля сделать далеко, а этот я не додумался засунуть. Так, давай к тебе засунем. Работай, жарец. Не, ваш отбатрачит. Так, теперь, что мне с бегемотиком-то делать? Бегемотик. Так, во-первых, вот так. Во-вторых, вот так. Мы сразу же от перевеса немножечко подизбавимся. Так, ну и надо что? Правильно. Надо немножко подразгрузиться. Кстати, пока бегал туда-сюда по базе, танцоры делали свое дело, и скверна убралась. Как видите, у меня хп стало больше. 315. Так, бегемотик. Чтобы его вырастить, там вроде какая-то замута должна быть с кормом, если я не ошибаюсь. Вот, если каким-то кормом его специальным выращиваешь, то он... типа есть шанс вырастить каким-то матером. Надо глянуть, какой корм нужен для бегемота.
Какой нафиг бегемот? Для носорога? Вот это я тупить, конечно. Все, я понял, что это за такое. Фураж для матерого носорога и просоленный корм. Это у нас из DLC-хи. И они делаются, то есть, ну, то есть это упрощенный вариант того, что нам нужно. То есть мы вот берем одну кашицу, то есть так вот, и делаем вот спокойно уже этот самый фураж. Это все из DLC-хи. Чтобы вырастить из него, нам нужно... Сейчас на Вики загляну. Так, это не то, не то, не то. Ну, типа 5%. Короче, можно хоть чем кормить. Все равно, типа, Грейтер, типа, матерый носорог вот этот. Хотя... Обычный корой. Обычный корой 30 минут. С помощью обычной коры. Мы... Есть шанс 10% получить... типа какого-то, но непростого этого носорога. Не знаю, каких 30 минут. 30 минут реального времени. И мне сейчас за кадром нужно 30 минут сидеть. Ну хотя что сидеть? Я сейчас пойду 30 минут, значит, лутать ресурсы. Благо этого... Этим мне тут заниматься, еще не перезаниматься. Уж не говоря о том, что мне как-то надо будет все это дело укреплять еще. Вот, так что... Снаряжение. И вот он начал потихонечку делаться. Потихонечку. Скажем так, насколько это потихонечку. В общем, хавает он кору. Кстати, не отображается. Возможно, это в больших законах только отображается. Либо носорог в целом не отображается здесь. Это будет долго. И за кадром. Кстати, промежуточно. Неважно, на чё кормушки ловить. Вот прям неважно, на чё. Хоть обычные насекомые, хоть жирные. То есть там все в этом плане идет одинаково. Просто здесь они получаются вот как побочка. Делаешь компост, и они как побочка. Кстати, если они здесь остаются, то они размножаются все быстрее, быстрее, быстрее. То есть их много получается. Их нужно немножко оставлять. Вот, ну... Как бы в целом как-то так. Для чего нужно столько много еды, я, честно, не помню. Но пускай будет. Хм. Я как кору закинул, 72 осталось, так и она и осталась. Ну, то есть, реально, как там было написано в Вики, одна штучка, так одна штучка и есть. Ну, прикольно. Ну, я, скажем так, не против. Я пока побегал, ресурсы полутал. Сейчас еще раз ходим. А что, времени полно у меня. Ну, как полно. Ждать-то долго еще нужно. Ну вот. Как только слышнеет трактор. Ну, просто от него звук, как от трактора. То, оп. Ну, кстати, черный носорог. Шанс 10%. Кстати, да, если его здесь оставить, то он будет навоз накидывать. Но нам это ни к чему. Вырастить же. Отлично. Нет. Это нужен простой носорог. Чтобы вот этот рецепт заюзать, нужен простой носорог. Чего придется мне еще раз за носорогом сгонять? Ну, кстати, да. Напомнили, что можно делать навоз. Кстати, да, я здесь ступеньки сделал. Везде, чтобы можно было подниматься. Значит, еще раз гоняю туда за ними. А пока что... О! Разместите питомца. Отлично. Накормите питомца. Ты у меня хаваешь кору. Отлично. Сейчас, по ходу дела, я тебя всю кору закинул. Выберите снаряжение, чтобы попасть... Но так-то да! Ай, сейчас, погоди. Так, стой там. Кстати, а сколько у него хп? Что-то так и не глянул. Надо сейчас глянуть, сколько у него хп. А чё он там вообще хавал? Ну вот это точно знает, что... Вроде как их он точно хавал. Помимо коры. Ну, 555. Нормально. Боец охраняет все дела. Так, открыть снаряжение. Кстати, взять? А чё взять? А взять ничего.
А взять ничего? Нечего взять? Нечего. Но это я у тебя из инвентаря. А, возможно, использовать. Вот оно что, Петрович. А что я сюда закинул, я не знаю. Ну, возможно, там типа ему это в загашник ему закинул. Дайте приказ питомцу. Следовать за вами. Ну, допустим. Следует за вами. Следует за мной. Так. Теперь. Сюда. А теперь сюда. Тугудук. Вот это боевая мощь. Повысите уровень питомца. Да вы что, оборзели что ли? Да вашу ж машу ж. Ну ладно, погнали, чувак. Будем тебе повышать левел. Так, врубаем свет. И погнали вон до тех чуваков. Он просто их пронес. Он просто протаранил их всех троих. Я, конечно, одного там жахнул, но он их просто протаранил. Да, левел, конечно, ему ядрёно качать. Так. Ладно, сейчас все залутаем. Так, отойди пока. Так, ну давай попробуем. Вот, смотрим на тебя и жмем F1. Цель нельзя атаковать. Окей. Вот так. F1. Атака. Вперед, вперед. Они сдвинулись. Ну-ка. А вот так. Нет, там было, конечно, прикольно. Он просто влетает в троих и всех затаптывает нафиг. Так, надеюсь, я своего не смогу зацепить, да? Ах, твою мать! Не успел. Да уж, возни, конечно, с ними. Это просто ужас какой. Скелет носорога? Да уж. Повысить уровень питомца, короче, это будет еще очень не скоро. Ну, у меня всегда так. Ну, надо будет, значит, за несколькими носорожьями сгонять. И все-таки сделать носорожью, который вот такой. Да. Скелет носорожа. Для чего он нужен? Питомец мертв. Сведения. Что сказал Зинка при виде дохлого носорога? Да, смешно, конечно. Ну вот, как-то так. В общем, за кадром, понятное дело, сгоняются носорогами. Ну, время серии, сами видите уже какая. Выходит за пределы. Вот, сгоняю за носорогами, попробую залутать несколько штук, чтобы они были. Потому что я так и не понял, во-первых, попробовать, можно ли как-то с ними, как с ездовыми, возможно, слоняру возьму, тоже как вариант, попробую, посмотрю, что как тебе, ну, раз уж туда тусуюсь. В общем, нужно будет посмотреть, что, как и где. Конечно, их тут раскачивать, это еще то удовольствие, сами видели, это я прям даже не знаю, как их раскачивать, на ком, что вообще делать, потому что даже вот этих вот тоже раскачивать, еще тот прикол, дохнут, дай боже как, промахиваются, еще веселее как. Ну а что, а на сегодня уже, пожалуй, все, как говорится, всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну и, конечно, делиться моим видео с своим временем, это все, всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра, всем пока.